Мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Всех жителей Тамбовской области, исповедующих ислам, с праздником поздравляют руководители региона. В послании, под которым подписались губернатор Александр Никитин и председатель областной думы Евгений Матушкин, в частности, говорится, этот день символизирует торжество духа и воплощает в себе такие благородные идеалы, как веротерпимость, праведность, заботу и милосердие. Праздник учит людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних и воспитывать детей в духе добра и благочестия. Отрадно, что на протяжении многих десятилетий на многонациональной Тамбовщине гармонично процветают мир и добрососедские отношения. Пусть этот праздник принесет в каждый дом счастье и мир. Конец цитаты.